Следственным отделом отдела МВД России по Белореченскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летнего ранее несудимого местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. По данным следствия, обвиняемый хранил в рюкзаке 34 свертка с наркотическим средством синтетического происхождения. Проведенная экспертиза подтвердила, что ранее изъято является наркотическими средствами N-метилэфедроном общей массой около 9 грамм и мефедроном общей массой около 10 грамм. Установлено, что обвиняемый хранил запрещенные наркотические средства с целью личного употребления. На период предварительного следствия мужчине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.